Вопросы обеспечения национальной безопасности обсуждались во время встречи президента с директором службы внешней разведки Республики Казахстан Сырбар Габитом Байжановым. Глава нашего государства отметил, что сейчас служба внешней разведки выходит на новый этап своего развития. Нурсултан Назарбаев обратил внимание, что с учетом усложняющейся геополитической обстановки в мире и растущей угрозы со стороны международного терроризма, наша страна должна укрепить работу по защите своих интересов за рубежом. В свою очередь, Байжанов доложил о ходе реализации поставленных перед ведомством задач, включая совершенствование системы отбора и подготовки кадров. По итогам встречи глава государства дал ряд конкретных поручений. У нашей службы внешней разведки нет большого опыта, так как она образована совсем недавно и только встает на ноги. Тем не менее, у нас нет времени на раздумья. Нам необходимо действовать оперативно. В мире нарастает сложная геополитическая обстановка, растет террористическая угроза. Наши граждане замечены в военных действиях за рубежом. В связи с этим перед Сырбар ставятся высокие задачи. Нам нужно сообща определиться с нашими действиями в дальнейшем.